Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. За что будет кино? Ну вот, некоторых моих подписчиков весьма интересует, что же у нас там получается с яйцом из генофонда. Ну, сейчас будем миражировать. Обычно не миражируют яйца, яйцо, полученное из своего хозяйства, не миражируют. Это промиражирую, яйцо заложено на племя. Яйца заложено много, и заложено не только яйцо из генофонда. Сейчас промиражирую, буду выкладывать вот на такие прокладочки, ну, обычная стандартная прокладка. Потом посчитаю, что к чему, ну, как бы процесс озвучу, естественно. Ты увидишь, что таскаешь лотки с яйцами опять. Не тяжелые, может, они? Давай я буду делать. Так, начинаю с легбара. Может, пусть они все будут. Вдруг ты ошибешься. Ничего не ошибусь. Вот оно пустое. Чего тут ошибаться? Вот оно пустое. Да. Пока все в норме. Байка. Я тоже к тебе хочу. Что ты там делаешь? Аж течет с меня. Да. Результаты миражирования. Значит, вот это. То яйцо, которое было заложено на племя из нашего хозяйства. То есть Plymouth Rock и Australorp. Вот заложено было 720 яиц из генофонда. И 723 яйца из нашего хозяйства. 723 яйца – это
Плимутрока и Астралорпа. Вот оно. Вот оно написано. Москва 720, Астралорп, Плимутрок. На племя. Вывод 28 числа. Значит, вот результаты миражирования. Вот это то, что по миражу не оплот, я увидел на яйце из нашего хозяйства. Вот это то, что из генофонда. Будем посмотреть. Вот здесь у нас австралорп из генофонда. Вот здесь у нас то ли плимутрок, то ли австралорп. Ну, будем делать так вот, наверное. Вот лоточек 30. Вот это у нас легбар из генофонда. Вот это у нас Рот-Айленд из генофонда. То есть по Рот-Айленду самая худшая ситуация. То есть вот это все. Вот это все. Так. Это Рот-Айленд. Вот это Рот-Айленд. И вот это Рот-Айленд. Да, и это Рот-Айленд. Раз, два, три. Три лотка. Это у нас получается 90 яиц. Раз, два, три, четыре, пять. И там 9. 99 яиц из 180. И два разбитых. 101 яйцо из 180 неоплодотворенных. Неоплодотворенных. Это по Рот-Айленду. Вот это по плимутроку и австралорпу. Ну, плимутрока яйца было там 150. Австралорпа 180. То есть вот это по плимутроку и австралорпу. Вот это по Рот-Айленду. По Рот-Айленду самая худшая ситуация по оплодотворенности. То есть вот сейчас как бы общее выведем, что к чему. Чтобы не быть голословным, это вот они даже подписи из генофонда. Вот они на яйце. Ну, еще при закладке говорил, что слишком много яйца неправильной формы. Это вот по легбару. Ну, это то, что увидел на мираже. Что будет на выводе, увидим. 28-го будет вывод, снимем, увидим, что будет на выводе. Значит, раз, два, три, четыре, пять. И шестой, то есть 150. Здесь 180 получается минус 9. Это получается 171 яйцо из 720 яиц не оплодотворено. Это опять же то, что было видно на мираже. Миражирование – это не воскопирование, это менее точные результаты дает. Остальное увидим на выводе. Ну, то есть даже по лоткам, раз, два, три, четыре, пять, шестой, и здесь даже полтора лотка нет. Можете делать выводы, в каком хозяйстве и у кого приобретать инкубационное яйцо. Дальше покажем по результатам вывода. Но как бы волнует особо не это.
неоплодотворенность меня сильно волнует. Меня волнует в дальнейшем сохранность молодняка. Тоже будем снимать и показывать, какова сохранность молодняка при одних и тех же мероприятиях, проводимых, то есть вакцинациях, какова будет сохранность молодняка из нашего, из яйца, полученного в нашем хозяйстве, из яйца, полученного в из генофонда. Ну, господам из этого генофонда могу сказать одно, что, ребята, вы очень громко себя позиционируете как генофонд. Вот по оплодотворенности, пока по оплодотворенности яйца, могу сказать, что такая оплодотворенность, как правило, как я называю в хозяйствах Васи Пупкина, по дворам. Так что вы уж как-то по-другому обзовитесь, что ли, не генофондом. А, ну, какое-нибудь другое название придумайте. Фонд Гены, например. Или фонд Васи. Ну что ж, до свидания. Всем привет. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем будем снимать. Ну, как бы по скрипту, по индюшатам снимали мы, что оплодотворенность была хорошая, и вывод был хороший. Но могу сказать одно, что сохранность молодняка никудышняя. Это мне говорит о том, что материнского иммунитета у индюшат практически не было. Из 78 голов 15 было продано. На настоящий момент их осталось 30. Была вот вторая вакцинация Ньюкасла, и заодно провакцинировали оспу. Сейчас индюшата высажены, растут, как бы падеж прекратился вроде бы, все нормально. Ну вот сохранность поголовья никудышняя по индюшонку. Что будет с сохранностью поголовья вот этого, что мы приобрели, скажем, по очень нескромной цене, даже со скидкой. Это очень нескромная цена этого яйца. У нас цены на яйцо инкубационное гораздо скромнее. Даже в разы скромнее. До свидания.